время криминальных новостей. В эфире «Зона X». Я Юрий Шевчук. Приветствую вас. Самые последние события из мира криминала и чрезвычайные происшествия прямо сейчас. Останки пенсионера, расчлененного 15 лет назад, обнаружены сотрудниками уголовного розыска. К убийству оказался причастен зять мужчины. В Минске попался очередной растениевод, который решил воспользоваться теплыми летними деньками и оборудовал на балконе помещение для выращивания марихуаны. В Олимпийском Париже очередной скандал. Несмотря на все меры безопасности, там процветает воровство. И мы начинаем. Останки пенсионера, расчлененного 15 лет назад, обнаружены сотрудниками уголовного розыска. Все началось с того, что в прошлом году сыщики задержали мужчину, который на протяжении нескольких лет незаконно получал вместо пожилого человека пенсию. Это был бывший муж дочери пенсионера. Тогда суд признал фигуранта виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде лишения свободы. При этом сам дедушка на связь с милицией так и не вышел. Родственники также не могли пояснить, где он может находиться, поскольку прекратили с ним общаться около 10 лет назад. В итоге оперативники решили снова побеседовать с бывшим зятем пропавшего, который несколько лет получал за него пенсию. В ходе очередной беседы с осужденным последний признал свою вину и пояснил, что пенсионер погиб около 15 лет тому назад в одной из квартир в городе Минске в ходе случившегося между ними обоюдного конфликта. Мужчина расчленил тело родственника на 6 частей, которые упаковал в целлофановые пакеты, а впоследствии их вынес и закопал на территории одного из столичных парков. Сотрудниками уголовного розыска незамедлительно были организованы поисковые мероприятия в лесопарковой зоне в виде раскопок, в том числе с привлечением специальной техники, тепловизоров, кинологической службы ГУВД. В конце июля текущего года останки пенсионера обнаружены, извлечены из земли и в настоящее время направлены на исследования и проведение соответствующих криминалистических экспертиз. Вечеринка закончилась поножовщиной в Витебске. Пьянку у себя на квартире устроила 33-летняя женщина. Она отдыхала со своим сожителем и его другом. После чрезмерно выпитого алкоголя компания отправилась спать. Вот только дама улеглась не со своим кавалером. Обиженный партнер не стерпел такого бесстыдства, взял нож и ударил конкурента в грудь. Да так, что орудие преступления сломалось на две части. В итоге за полюбовником приехала скорая, за ревнивцем – милиция. А полюбовная барышня осталась в одиночестве. Возбуждено уголовное дело за тяжкие телесные повреждения. В Островецком районе мужчина с ножом вымогал деньги у пенсионерки. Сначала 34-летний односельчанин просто попросил в долг на алкоголь. Однако та ответила отказом. Такой ответ гостя не устроил и, заметив рядом дочь престарелой, он схватил кухонный нож, приставил его к шее женщины и потребовал 100 рублей. Бабушка решила не рисковать и отдала деньги. После этого злоумышленник ушел, прихватив с собой и нож. Правоохранителями подозреваемый был найден в доме приятеля. Он был сильно пьян. Нож и похищенные деньги нашлись при осмотре личных вещей задержанного. Тем временем в Олимпийском Париже очередной скандал. Несмотря на все меры безопасности, там процветает воровство. Неизвестные украли сумку замминистра спорта и молодежной политики Южного Судана, в которой находилось 35 тысяч долларов на расходы делегации. По сообщению СМИ, кража была совершена во время оформления на стойке регистрации отеля в пригороде Парижа. Женщина оставила сумку без присмотра на столике, а через несколько минут ее уже не было. Вместе с деньгами пропали украшения, телефон, паспорт и пропуск на олимпийские объекты. Не повезло и представителям Индонезии. Сборную этой страны по бадминтону обокрали на 53 тысячи евро. Как и в первом случае, вора так и не нашли. И еще о новостях спорта с криминальным оттенком. С матча Лиги чемпионов сняли пьяных польских арбитров. Их поймали за кражу дорожного знака. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встречались киевская «Динамо» и «Рейнджерс». Перед первым матчем возникла драма с заменой арбитров. Оказывается, рефери хорошо
потусили перед игрой и попали в отрезвитель. По сообщениям местных СМИ, поляков задержали в Люблине в состоянии алкогольного опьянения. Ночью их остановил полицейский патруль. Арбитры украли дорожный знак и вместе с ним шли в сторону торгового центра. Весельчаков отправили в отрезвитель и отстранили от матча. Польский футбольный союз заявил, что изучит эту ситуацию. Если обвинения подтвердятся, то контракты с арбитрами расторгнут. Далее в программе обзор дорожных новостей. 7-летняя девочка попала под колеса авто в Столинском районе. Видео жуткого инцидента публикует дорожная милиция. Известно, что вчера около 6 вечера женщина-водитель, управляя «Фольксвагеном», двигаясь по улице Лучниковская в Давидгородке, сбила ребенка. Причем девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Малышку с места аварии увезла скорая помощь в больницу. В Гомеле 14-летнюю школьницу сбил троллейбус. Это произошло на улице Оськина накануне. Девочка в реанимации. По данным ГАИ, за рулем пассажирского транспорта сидел 29-летний водитель. Почему он не успел вовремя затормозить, пока не сообщается. По предварительной версии, пешеход перебегал дорогу вне зебры. Точные обстоятельства аварии установят следователи. Шла посередине дороги. После наезда «Хёнде» под Гомелем на больничной койке оказалась пенсионерка. По данным дорожной милиции региона, во время наезда 67-летняя женщина двигалась по центру проезжей части попутной машине, за рулем которой ехал 85-летний водитель. Среди причин аварии, это пока лишь предварительно, рассматривается ухудшение погодных условий на дороге. Также уточняется физическое состояние водителя на момент ДТП. И еще одна авария с ребенком в Гомельском регионе, но уже в Калинковичах. Форд под управлением 35-летнего водителя наехал на юного велосипедиста, когда тот переезжал улицу Советская по зебре. В этом случае обошлось без серьезных травм. 13-летнему мальчику оказали необходимую помощь в больнице, после чего отпустили домой. А в Борисове дорожная милиция задержала нетрезвого мужчину за рулем. Внимание инспекторов привлек автомобиль ВАЗ. Машина следовала по улице Гагарина. Физическое состояние водителя вызывало подозрения у правоохранителей. Мужчину, сообщается, что ему 36 лет, повезли на медицинское освидетельствование, которое показало больше 1 промилле алкоголя в его организме. В итоге автомобилист задержан «Жигули» на штрафстоянке и начался административный процесс. Неосторожная езда задним ходом невнимательного шофера обернулась бедой для ребенка. В Китае водитель кроссовера, не посмотрев в зеркало заднего вида, стал сдавать назад, двигаясь прямо на малыша с велосипедом. Благо, сам мальчик сориентировался и стал отходить от машины, но она его все равно зацепила. Ребенку потребовалась помощь врачей. Сейчас реклама, но она закончится, и мы вернемся совсем скоро. Это «Зона X», и мы продолжаем. Несовершеннолетний закладчик задержан в Барановичах. Как сообщили в МВД, 16-летний студент колледжа был остановлен сотрудниками патрульно-постовой службы милиции. Молодой человек вел себя весьма подозрительно, и ППСники решили проверить содержимое его портфеля. У него в рюкзаке было обнаружено 50 расфасованных закладок с альфа-ПВП, а в тайнике около 1 килограмма аналогичного вещества. Оказалось, что подросток нашел объявление о незаконном заработке в мессенджере и по заданию куратора распространял наркотики в Барановичском районе. А в Минске попался очередной растеневод, который решил воспользоваться теплыми летними деньками и оборудовал на балконе помещение для выращивания марихуаны. Причем к концу сезона мужчина уже успел вырастить неплохой урожай. В ходе осмотра квартиры обнаружены 12 горшков с грунтом и наркосодержащими растениями, а также предметы, используемые для их выращивания. Кроме того, изъяты несколько доз, готовые к употреблению марихуаны, и приспособления для ее потребления. Известно, что мужчина работает на производстве и всегда был на хорошем счету у соседей. Даже бабушки под подъездом его описали очень положительно. Вот интересно, что мог обсуждать агроном-любитель с этими старушками? Может, как правильно ухаживать за растениями в домашних условиях? Поле травы, но не простой. В Костюковичском районе правоохранители уничтожили более 3 тонн дикорастущей конопли. В рамках спецоперации «МАК» на поле было обнаружено 1,5 гектара дикорастущего каннабиса. Вся плантация раздавлена и засыпана песком с помощью трактора. Патроны, изъятые таможенниками, по результатам баллистической экспертизы признаны боеприпасами.
Витебские сотрудники таможни пресекли ввоз на территорию ЕАЭС 39 патронов к огнестрельному оружию. Понимая, что боеприпасы законно переместить через границу не удастся, гражданин Российской Федерации спрятал их в личных вещах. Следовал он вместе с супругой на легковом авто «Пежо» из Франции. В пункте пропуска «Григоровщина» они выбрали зеленый коридор для движения. Но во время досмотра была найдена коробка с рыболовными снастями, в которой и находился арсенал. Видимо, этот рыбак явно что-то перепутал с орудием лова. Спасатели помогли мужчине, чья голова застряла в металлических перилах на лестничной площадке. Как рассказал сам освобожденный узник, он спускался по лестнице, но оступился, упал, и его голова застряла в металлическом ограждении окна. Вот только не совсем понятно, как же так можно упасть, чтобы голова оказалась зажата решетками. Что-то мне подсказывает, что в этой истории могли быть и другие обстоятельства. Какую еще помощь белорусские спасатели оказывали накануне, расскажет Карина Пашкова. В обстоятельствах пожара на предприятии в Лиде разбираются специалисты. Накануне огнеборцам поступил сигнал о возгорании на производстве, сообщил ОЧП сотрудник организации. Он заметил дым из покрасочной камеры и позвонил на линию 101. До приезда сотрудников МЧС мужчина сам пытался потушить пламя, используя огнетушитель. Спасатели оперативно справились со стихией, но огонь все-таки повредил часть имущества. Предполагаемая причина ЧП – нарушение технологического регламента. Потерявшихся грибников нашли спасатели. Накануне в Бобруйском районе семейная пара отправилась в лес за грибами, но выйти самостоятельно супруги не смогли. Сын забил тревогу, когда родители не могли найти путь назад уже более 2 часов. К поискам немедленно подключились сотрудники МЧС. Они связались с потерявшимися людьми по телефону, несколько часов супругов искали. Когда пару нашли, их состояние оценивалось как удовлетворительное. В помощи медиков они не нуждались. Не оставили в беде. Накануне спасатели пришли на помощь четвероногому. Собака провалилась в колодец и выбраться самостоятельно питомец не мог. Инцидент случился в деревне Хабы, Брестский район. Оперативно бойцы МЧС приехали на место и вызволили собаку. А в США собака сожгла жилище. Дело в том, что питомец жевал устройство с аккумулятором. В какой-то момент девайс вспыхнул. Пламя стало быстро распространяться. Чем закончилась история, не сообщается. Аттракцион «На грани» – необычное развлечение для туристов придумал житель Вьетнама. Мужчина самостоятельно сделал аттракцион из железных труб и обручей. Как он работает, понятно из этого ролика. И все бы ничего, но конструкция оказалась недостаточно крепкой, и очередному любителю экстрима не повезло. Качели сломались, и мужчина вместе с ними упал с обрыва. Все новое и необычное – это хорошо. Но меры предосторожности все же должны быть на первом месте. Не забывайте про свою безопасность даже на отдыхе. Такой была программа «Зона X». Мы трудимся для вас, чтобы вы следили за криминалом с телеэкранов, оставаясь на светлой стороне. А что происходит на темной, мы покажем. Еще больше новостей на нашем YouTube-канале и в Instagram. Хорошего вечера!